Ну, условия конкурса были таковы, что я должна была входить в определенные мерки стандарта плюс размера. То есть мне не хватало нескольких сантиметров. Исходя из того, что мне не хватало нескольких сантиметров, мне нужно было хорошо, плотно есть. Кстати, я заметила, что когда человек отказывает в себе в чем-то, то он больше набирает веса, чем когда человек свободно, в расслабленном состоянии удовлетворяется пищей. Ну, исходя из того, что стандарты красоты испокон веков менялись, и мышление женщины, давайте, ну, я о женщине буду говорить, не о мужчине, они привыкли после Второй мировой войны, что стандарт сводился к минимуму, то есть в моде были очень худые женщины. Просто после войны было неприлично быть женщиной в теле. Когда мышление, когда информация в мозгу столько лет хранится, ну, конечно, все хотят быть худыми. Но слово «худоба» просто нужно вникнуть в смысл этого слова. Можно быть, нужно быть стройной. И стройность не зависит от вашего веса. Я очень много трачу энергии. У меня такая работа, что я работаю почти 18-19 часов в сутки. Я трачу энергию, мне эту энергию надо откуда-то восполнять, то есть пищей. Или пища, или позитивная энергетика. Ну, я и то, конечно, делаю одновременно. То есть нужно и в спортивный зал ходить, но стресс, когда человек подвержен стрессу, спортивные неправильные физические нагрузки человека более стресс вгоняют. Когда человек ослабленный, да, диетами, и он когда плюс физически себя нагружает, он более свой организм подвергает стрессу. Лично моя подруга, она такая была девочка в теле, она начала худеть от слова худо. У нее уже на лицо признаки анорексии, то есть мозг у нее настолько истощен, что мозг, все органы человека, они же связаны. То есть мозг дает импульс, и каждый орган потом работает в зависимости от этого импульса. Она настолько себя истощила, что она, я уже считаю, что она некрасивая стала. То есть красота – это же то, что мы излучаем. Красота же, я знаю много людей, теле, которые после общения с ними становятся настолько притягательны, что вес – это же только цифры.